Вот еще раз, как выглядит такое вот прозрачное пластиковое окно. То есть вы сейчас видите, что это панорамное окно, но если мы приблизим камеру вот так, то даже можно подумать, что мы находимся на улице, смотрим на реку. А нет, на самом деле мы в полярной мобильной бане СП-28. Ну, по сути, это МБ-28, палатка. Палатка на крючках, с жестким каркасом, трубки из сплава D16T, авиационный алюминий, легкий, прочный каркас. Росатомфлот, 50 лет победы. Палатка МБ-28, аквариум, брендированная под Северный полюс. Краткий обзор уже полного комплекта. Палатка СП-28 с водогрейной системой СВ-50. На базе печи Медиана 7 СВО. Такой вот высокий дымоход. Палатка бронзирована под Северный полюс. По сути, это МБ-28 с увеличенным каркасом из авиационного алюминия, сплав D16T. Панорамное пластиковое окно на торце палатки. Это полярная мобильная баня. Она здесь однослойная. Дверной узел открыт. Ветровые оттяжки везде установлены. И особенно важны вот эти две ветровые оттяжки, которые напротив печи. Чтобы при сильном ветре стенка у нас не соприкасалась с водогрейной системой никаким образом. Вот эти две ветровые тяжки особенно важны, но в общем-то все ветровые тяжки надо ставить везде, где это предусмотрено. Дверной узел на герметизирующем клапане, гермоклапан. Понятная баня с подлым светом. Открываем. А здесь пол утепленный. ПУ РС-28 с противоскользящим трапом от системы СВ-50 на базе печи Медиана 7 СВО. Бак для воды на 50 литров пока еще не заполнен. Сейчас будем растапливать печь и залить воду. Разделочный узел для вывода дымохода. Полутепленный лежит на поле из ПВХ, который жестко закреплен и к палатке, и к грунту. Обеспечивает жесткое крепление полуутепленного за счет липучек по периметру, то есть по центру квадрата и по углам. Таким вот образом это происходит. Так, здесь противоскользящий трап. Предлагается парение в зимних условиях. Ну и сюда вот я поставил для соливара полок по 750-75 см по высоте и полок ПСН 440 см по высоте, чтобы париться и смотреть непосредственно на речку. Если, конечно, окно позволит, то есть оно не будет запотевать. Ну а сюда картонку я поставил на всякий случай, чтобы при открытии стопки
не выпадали угольки. Вот таким вот образом это все устроено. Такая вот красивая палатка. Горение активное, тяга хорошая, несмотря на облачную погоду. Ну что ж, печка занялась, все пошло. Это защита от искр. Хотя данная система 150, она как бы можно считать с искровой. Тут почти закипает. Вот сюда вот можешь поставить, ее здесь не будет мешать? Мне кажется, будет. Ну вот, банька небольшая, но крутая. Вот так вот можно на ночь стоять. Можно уже купаться. Пока все на одной плачке, тоже на браслетах идет. На басе печи медиана 7 СВО.